Итак, друзья, сейчас мы окунемся в мир Олимпийских игр. Всем привет, это Андрей Беттер, и сегодня мы будем играть в игру Steep, где добавили режим Олимпийских игр, и мы будем сегодня тестить, играть и просто смотреть, что это такое. Не будем медлить, начинаем играть, нажимаем Resume. Так, тут карта у нас какая-то. Ага. Кто это? А вот, Go Play. Так, Франция, Канада, ага. А есть Россия? Вот, Русская Федерация. Кем будем играть? Давайте вот такой вот рыжей девчушкой рубанем. Осмотрим сейчас. У нас тут какая-то полоса. Лыжная, может быть? Я так думаю, да? Немножечко поиграем в эту игру. Осмотрим вид. Все посмотрим. Помню, мы уже играли в эту игру. Бета-версия была, бета-тест этой игры. А сейчас у нас идет бета-тест Олимпийских игр. Поэтому, если вам понравится эта игра, вы можете спокойно купить столь полную версию. Концентрация и такая уверенность. О, русский язык добавили. Это хотите же хорошо. Знать, как выглядит настоящая чемпионка? Взгляните на эту девушку. Девушка, найс, ребят. Ну что? Я уже не помню, как здесь играть. Опа. Вообще классно. Вообще норма. А что тут надо делать-то? Хоба. Кажется, этот прыжок длился целую вечность. Мужик, ты обманываешь. Он длился всего полсекунды. Вау, за вот это занос. Хороший занос был. Вот так, друзья мои, играют в Олимпийские игры. Скоро будет наша зимняя Олимпиада. Не помню где, но вроде бы в Корее. Но это не точно. А как мне восстановить ритм-то? Надо же здесь... Кьет же таскает же! Девка наша улетела. Давайте заново. Попробуем. Ну, слушайте, здесь с графикой вообще все идеально. Себя. Хоть это и не то, а как чего мне? Она ждала от сегодняшнего вот, заезда. Ну что же, давайте еще раз пробовать. Поехали. Мимо ворот, жаль. Мне вдоль ворот надо ехать. Я понял, понял. То есть вдоль этих линий. Поразительный прыжок. Между вот этими, то бишь. Идет на третий поворот. Так, третий поворот мы прошли. Отлично. Отлично. А я напоминаю, если вам нравится игра, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, друзья. Ускориться. А как я ускорюсь-то, ё-моё? Думаю, кому-то нужно прийти в себя. Очень-очень резкий поворот. Очень резкий. Чересчур, нужно, я бы сказал. Скорее прийти в себя. Уже вот опять я улетел. Это будет серьезной помехой. Что же, давайте пробовать третий раз. Ловкость. Надеюсь, в этот раз у нас все получится. Я считаю, перед нами будущее. Зимние Олимпийские игры. Эта девушка может стать будущей олимпийской чемпионкой. Я тоже надеюсь. Но заезд неудачный. Это было смешно, как она улетела. Итак, друзья мои, мы гоним уже какой, не знаю, момент, но я почти сделал это. Еще осталось нам чуть-чуть. А мне немножечко еще осталось. И мы пройдем этот круг. Надеюсь. Установить прежний ритм теперь будет довольно непросто. Давай, давай, девочка. Теряет скорость совсем не кстати. Ну, я не хотел. Итак. Еще один поворот. И еще один поворот. И еще один. Пока еще ничего не понятно.
Рекорд все-таки мы не побьем, да? Я так понимаю. Ну хоть так посмотрим. Видимо, что-то пошло не так. Прыгнули. Вау! Вот это нормально. Вот это скорость у нее, да? Я понимаю, поворот. Просто скорость, найс. Эх, пропустил. Пропустил. Удивительно долгий прыжок. Все равно заезд. Ну как же так, а? Я же пытался. Я же почти это сделал, друзья. Смотрим дальше. Итак, мы едем уже не знаю сколько, но это попытка, наверное, уже раз седьмая. Нужно скорее прийти в себя. Я думаю. Давай, давай, газуй. Мы должны это сделать с вами. Вместе. Вы мне в этом помогаете, я смотрю. Крутой наш поворот. Итак. Надеюсь, мы справимся. Мы справились с этим поворотом. Итак. Мимо. Очень жаль. Ну, ничего страшного. У нас минус 10 очков получается. А теперь следующий поворот. Слушайте, я бы хотел бы в жизни бы вот так бы... Все равно никакой разницы. Полететь. В жизни вот так полететь. Слушайте, ну я думаю, мы уже у цели. И мы сейчас победим. Но у нас минус 10. Так, друзья, мы уже едем. Не знаю, сколько, блин, опять отставание. Но все равно мы доберемся до этого финиша. Я прям верю в это. Смотрите, как у меня все в принципе хорошо идет. Это пока что. В принципе, неплохо. С графикой все классно. Кто любит Олимпийские игры, зимние виды спорта, и вы должны обязательно приобрести эту игру. Обязательно. Будем смотреть сейчас, если будет доступен нам, будем смотреть следующий режим. Итак, мы на седьмом месте. Наше время 2 минуты 39 секунд. Вот. Давайте нажмем Continue. Так, нам предлагают купить игру. Но пока что мы этого делать не будем. Мы пришли сюда потестить зимние виды спорта. Да? Что такое один? Буковка. Давайте посмотрим. А почему у меня? Это все, что ли? Не пойму. Не пойму. А вот какая-то нам еще доступная. Давайте смотреть. Что тут нам скажут? 48 градусов по Цельсию. Вроде бы. 250 метров. 21 метр. 2,5 секунд. 100 км в час. Каждый раз, когда выступает начнем. Эта девушка, у меня мурашки по коже. Невероятно. Итак, ну чё же. А что это такое? Так, Space. Ага. Все понятно. Техника, ловкость и контроль над любой мелочью. Опа! Неожиданно. Чё это я так упал-то? Блин, давайте заново. Что-то я не понял нифига. Поехали. 100 км в час скорость будет у нас. Здесь. Прыжок. А прыжок? А почему ты не сделала прыжок? А, нам, наверное... развернуться, я так понимаю, да? Давайте еще раз. Давай. Невероятная перегрузка после прыжка с трамплина. А как это делать-то, я не понимаю. Подождите, мне даже интересно стало. Подождите, давайте еще раз пробовать. И я к вам вернусь. Короче, я понял. Здесь надо сделать так, кто больше прыгнет, кто дальше прыгнет. Давайте пробовать. Давайте, раз, два. Погнали! А что так мало-то? 18 всего. Что такое 18? Метров, что ли, мы прыгнули? Я так понимаю, да?
Давайте еще попробуем. Мне даже нравится. Опять 18. Какой это, кто там был-то, я не понимаю. Тигр, что ли, был? Ну вот, смотрите, ран. Это получается бег. Ран, бег, 18, 809, 1195. Что-то много у всех, а у меня только 18. Не знаю. В общем, друзья, нам доступны только два режима. Это лыжи и сноуборд. Мы, в принципе, их посмотрели. Мы можем сейчас еще раз попробовать. Но я так и не понял, что надо делать в этом сноуборде. Если вы поймете, пишите в комментариях. А я потом прочту. Ё-моё. И посмотрим еще раз тогда этот режим. Ну. А в принципе, если вам понравилось видео, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. Я, честно говоря, не очень умею играть в эту игру, поэтому не судите. Пока.